Что, все не ожидали, наверное, да? А вот я. Долгожданный перископ. Так, я забыл отключить опять звуки. Звуки убрали. Все, нам никто не помешает. Так, первые сердечки. Всем привет, привет, привет. Привет, Самара. Салам. Ну что, вот нам и разбанили перископ, который забанили по непонятным причинам. Какая машина? Машина у меня... с четырьмя колечками. Привет из Красноярска. Сегодня особенно красиво. Это свет. Обычно удачный свет сразу делает красивую фотографию. Нас давно не было только по той причине, что нам банили перископ, его разбанили. Прошло ровно 6 дней, а очень оперативненько они работают. Как всегда, без объяснения причин, просто он взял и включился. Собственно, вот так вот. Сегодня обязательно вечером будем с Масей выходить с ее перископа, но я, соответственно, буду все ссылки делать на нее и, соответственно, подключать на трансляцию. Так, какая машина? Audi. Как Мася? Мася шикарно, работает. Вот. А у меня маленький перерывчик между клиентами. И, соответственно, можно пообщаться. С Абакана привет, Абакану тоже. Так, как отметили годовщину? Ой, годовщину отметили хорошо. Даже 2 дня не занимались. Так, Красноярск уже привет передавали. Харькову передаем тоже привет. Показывать машину? Ну, я же не лесорублец, чтобы вам делать обзор по машине. Привет, Тюмени. Нет, это не Доминикана, это уже СПБ. Дренс Питере не айс, Дренс Питере задница полная. Простите за жаргон, но вроде сейчас должен перестать. Показывает, что здесь 4D, по крайней мере, только что показывал. Но если будет дальше висеть... Что, и сейчас виснет? Давайте, пишите свежие комментарии, виснет, не виснет. Кейт Флинт? Кейт Флинт точно не говорит на русском. Так, все, уже не виснет, ну и отлично. Так, давайте, задавайте ваши вопросы, потому что мы сейчас начинаем пробовать новую систему Twitch. Мой администратор играет в Warcraft'а орком Шпаком, и там мы, соответственно, отвечаем на разные интересные вопросы. Но эта система пока тестится у нас. А как тренировки? Тренировки шикарно. Сейчас будет моя любимая становая тяга, махи и прочее, и, возможно, что-нибудь из арма по чуть-чуть. Прекрасно выгляжу, спасибо. Где жена? На работе. Вопрос про акне во время курса. Но здесь акне во время курса есть у многих. Надо, главное, чтобы он заканчивался после курса. Через месяц-полтора должно стабилизироваться. Если нет, то тут уже целая куча мер. Есть радикальное средство Роукотан, но, соответственно, там есть огромное количество побочек, которые нужно заранее смотреть, что и как. Так, 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 так. Где мои брови? Брови выжгли. Скоро будем рисовать уже новые. Но это будет где-то, наверное... в начале октября. Так, губки у меня большие, как у Маси. Модель у меня Audi A6. Так. Когда мальчик спрашивает другого мальчика, играет ли он в попу, то я думаю, что вы подписались не на того человека. Так, привет из Владивостока. Владивостоку тоже. Маси, делали операцию? Ну, раньше делали, а так пока у нее ближайшее к концу сентября. Поэтому, вот, было ли у меня акне? Нет, у меня никогда не было. У меня вот такой вот тип кожи. Так, по поводу накрашенных, смотрите топ-10 тупых вопросов на ютубе, там есть точно весь ответ. По поводу зубок, тоже есть там ответы, а выглядят они отлично. Вчера, кстати, был у стоматолога, который нашел у меня один кариес за первые 7 лет, так что вот как-то так. Наверное, это печенюшки сделали такое. Так, передачу про меня показывали, целую кучу передач про меня показывали. Вот лайв-канал, допустим, позавчера снимал, лайв-ру. Было маленькое интервью, так что смотрите, там вроде должно быть. О, синий от Виктории. Виктория, где синие сердечки? Похож на вампира? Да. Бал вампиров, кстати, тоже будет. И, кстати, там вроде сказали, есть тоже моя фотография. Надо проверить, я еще не смотрел. Так, запишите видеопрограмму для эктоморфов. Я не очень пишу программу для эктоморфов по причине того, что ведь здесь не стиль тренировки больше важен, а больше важна система питания, которую вы делаете. Так, Саша, Мария пишет, да, что как накачать попу. Если не хватает тех данных, которых есть на YouTube-канале, то есть у меня на канале, у журнала для девушек, то тогда это уже больше, наверное, под консультацию, потому что так не объяснить. Надо понять, какие особенности, что вы уже делали и что не выходит. Собственно, вот.
Жидкий БЦА один раз в день принимать или можно больше? Можно принимать гораздо больше, но нужно помнить, что жидкий БЦА достаточно много консервантов, и у них большая кислотность. Соответственно, если желудок у вас, как у меня, с кислотностью, можно повредить желудку себе достаточно сильно. Почему так долго не выходил в перископ? Потому что Твиттер его постоянно банит, непонятно по каким причинам. Ну, один раз понятно, по какой причине, потому что мастер моя была топлес, а я не ознакомился с правилами. А второй раз они забанили, потому что они не знают, почему они забанили, и даже не смогли дать на это никакого ответа, просто молча, тихо его разбанили. Собственно, вот. Так. Зачем причмокиваю, когда говорю? Ну, кто-то причмокивает, кто-то помигивает, кто-то, не знаю, еще что-то делает. А я, собственно, причмокиваю, мне нравится. Так. Мася говорила, что вы зайдете в перископ в день вашей годовщины. Так и не зашли. Да, мы не зашли. А почему мы, кстати, не зашли? А потому что его на тот момент, по-моему, забанили. Разве нет? Да, так оно и было. Так, добрый день. Гелия. Смотрите по этому вопросу видео на моем YouTube-канале. Так и называется. Гелия. Там есть полный ответ. Как найти Мася в перископе? Она пишется Мася Шпак на английском языке. Мася из пяти букв. M-A-Y. Нет. M-A-S-Y-A. Вот. Так. Почему именно Audi? Не знаю, потому что друзья продавали хорошую машину в хорошем состоянии 15-го года, поэтому Audi. Настроение шикарное. Как накачать ягодицы? Я уже говорил, как накачать ягодицы, я вам не расскажу, я вам могу их только показать. Но если я начну это показывать, я думаю, что может перископ не выдержать, и его опять забанят. Как называется мой YouTube-канал? Саша Шпак. Так и пишите Саша Шпак, и сразу в топ видите меня. Так, приезжайте в Сибирь. Мы бы с удовольствием, там должно быть красиво, особенно летом. Вам нравится жить такой жизнью? Да, все шикарно. Ты пьешь кровь своей девушки? Это спросите у моей Маси, она вам скажет. Стою в пробке? Нет, сижу в машине, потому что здесь удобные креслица, мне тут все, в общем, нравится. И, соответственно, в зале находиться постоянно меня утомляет. Поэтому после первых тренировок сейчас я отдыхаю, потом я тренируюсь, а потом уже приходят следующие мои подаваны. Что у меня с глазами? А что у меня с глазами? Хорошие такие, интересные глазки. Так, за что был перископ забанен? Они не ответили, просто забанили перископ и все. Мы с Масей супер, спасибо, Аня. Так, ты где в Питере? Дивинская 4, здесь находится спортивный клуб армии, здесь, собственно, мы и тренируем. Привет с Ростова, Ростову тоже. Где тебя можно чаще всего встретить? Тут же на Дивинской 4 я здесь провожу, ну, добрую половину дня, потому что персоналов достаточно много даже сейчас. Можно ли качать, если проблемы с ноги, если проблемы с венами? Можно, но это сначала к флебологу. Плюс нужно четко понимать, какие проблемы с венами, потому что некоторые из них могут быть достаточно плачевными. Накачаны ли губы? Нет, свои от природы. Так. Был ли в Крыму? Да, в общей сложности я провел около 7 месяцев в Крыму, но это было в начале 2000-х. Привет из Волгограда, привет из Калининграда. Собственно, всем привет, и в Алмате тоже. Ты сейчас в Москве? Нет, в Москве мы будем 20-21 вечером, мы сообщим. Сегодня вечером мы выйдем с Масей в перископ и сообщим, где конкретно мы будем там зависать. Потому что едем-то мы, в общем, на съемки, но будем встречаться со своими друзьями. Так что подписчики, те, кто захотят, могут подойти и тоже пообщаться. Был ли в Украине? Нет, не был. Так. Сколько стоят тренировки? Тренировка стоит 2000 рублей. Глаза я не крашу. Это татуировка. Приезжайте снова к нам в Крым. Мы с Маськой уже так привыкли к хорошему сервису, что без обид, но пока в Крым мы не поедем. Хотя более красивых и прикольных мест я там не видел. И людям, соответственно, там, в общем-то, практически всегда нравились. Хотя бывали тоже разные разночтения. Ты сгорел, что ли? Нет, я всегда такой красненький, как хеллбой. Ох. Так, с чего начать гонять жир? Какие тренировки? С кардио. Пока кардиосистема не будет готова, жир гонять тоже не будет. С кем работает Мася? Мася работает сеньором-директором. Приезжать в Дагестан? Да я не в Дагестан, не в Осетию, не могу приехать. По причине того, что нам уже не уехать. У Маски график, и у меня уже начинается сезон. И все, в общем, расписано. Так, конечно, мы с удовольствием. Горы, 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 горы там прикольные. Так, как куки сделал? Хороший друг-стоматолог. С хорошими руками сделал шикарные куки. Так. Тигей, ты трансвестит, губы накачанные, судимость есть. Вот, соответственно, все это на YouTube-канале в топ-10 вопросов. Пишите, смотрите и оставляйте там комментарии, я вам все отвечу. Архангельству привет. Так. Выпендриваешься по поводу хорошего сервиса? Почему выпендриваюсь?
Людей либо устраивает тот сервис, который они получают, либо нет. Если они за определенные деньги хотят иметь определенный сервис, соответственно, они могут по этому поводу оставлять свое мнение. Как и вы здесь, так и я, соответственно, говорю о том, что сервиса на территории Крыма раньше я не видел. Сейчас не знаю, но почему? Поэтому пока мы туда не едем. Возможно, что-то поменяется лет через 5. Вот, привет из Москвы. Внешность обманчива еще как. Если для протрузии в поясничном отделе можно или ездить на велике. Ну, в общем, протрузии для велика не огромная проблема, только в том случае, если велик с нормальными рессорами и если у вас правильно поддерживаются все-таки мышцы спины. Либо здесь поддерживающий корсет нужен, а либо все-таки закачивать поясничку. Так, такое количество вопросов по поводу, еще раз повторяю, глаз, губ, зубов и гелия. Заходите на мой канал и смотрите топ-10 самых тупых вопросов для Александра Шпака. Там, собственно, будет весь ответ по этому поводу. Так, как куки сделал? Это к стоматологу. Как сделал? Взял, нарастил материал, соответственно, потом его красивенько обточил. Как отношусь к Борису Тасулину? Никак, я лично с ним не знаком. Езжу ли я по городам? Нет, по городам я не езжу, только если этим не вызваны мои личные смаси и интересы. О, Таллину привет. В Таллин нам, кстати, придется ехать, потому что виза еще не обкатана. Привет, Сармавира, Маравиру тоже. Мы летели вместе в самолете. О, прикольно. В следующий раз мы летим только в декабре. Нужно ли кардио на наборе? Кардио на наборе нужно хотя бы для того, чтобы держать нормальный уровень сахара и поддерживать обмен веществ. Плюс пищеварительная система на кардио работает тоже, и многие этим пренебрегают. Детям своим будешь красить кардио? Нет, детей у меня не будет, так что не переживайте. Минску привет. Так, Даша, мы не передаем приветы гражданам, мы передаем привет странам, либо городам, так что без обид. Привет из Нарвы, Нарвы тоже. Сколько же мы максимум? Мало, 160. Ты диетолог? Диетолог, психолог, тренировок и прочее, что из меня может выйти. Сколько минут на кардио вы имеете в виду, если на наборе массы? Да недолго, 7-8-10 минуток. Твое отношение к бодибилдингу? К Сергею Николаевичу у меня абсолютно нейтральное отношение. Собственно, ни плюс, ни минус, почему у меня должно быть какое-то отношение. Так, что со мной? Что со мной? Что со мной? Что со мной? Не удаляй трансляцию, пожалуйста. Я вообще никогда не удаляю трансляции. Они, собственно, остаются на перископе в ближайшие 24 часа, а потом они все уходят на лайв-канал. Все, кто хочет смотреть предыдущие трансляции, записывайтесь, подписывайтесь на лайв-канал. Там увидите, в общем, все, что было. Там очень много даже трансляций еще с тайских каникул. То есть с момента, когда первые появились перископы. Я псих, это есть такое. Какие классные, спасибо. Слил за лето. Нет, не то, что слил, я просто абсолютно перестал следить за количеством белка и есть. Ем только по желанию и по времени. Все. Если есть время и желание, я иду ем. Если нет, то нет. А тренировки оставляю каждый день. Так. Зрителей у нас не очень много. Ну, потому что мы не в топе. Топ будет вечером. Там будет сразу у нас 1005. Почему не будет детей? Потому что мы эгоистично не хотим детей. И это тоже входит в топ-10 вопросов на моем канале. Смотрите топ-10 вопросов, там есть ответ про детей. Так. Девушка была? У кого? У кого была девушка? Так. Какая машина? Машина обычная. Ауди, какой канал? Где он, этот канал? Забивайте на ютубе Саша Шпак и находите мой канал. Он сразу находится в топе. Там огромное количество видео по поводу, почему я такой стал, гелия. Топ-10 вопросов для тех, кто спрашивает, почему у меня такие глаза, губы, клыки и прочая хренотень. Я на самом деле понимаю, что для кого-то не хренотень, и кто-то спрашивает действительно очень культурно, но поймите, что 80% новеньких начинают спрашивать одно и то же, и стареньким приходится слушать по 100 раз. А у них, в отличие от меня, психика не такая устойчивая, посему поэтому снято видео, которое есть на моем YouTube-канале Саша Шпак. Так что вот. Вам подошли черные линзы? Да мне и красные косачки тоже проходят неплохо. Так, как будет слово «дно» во множественном числе? Хороший вопрос, не знаю. Саша, после тренировок еле руки поднимаются, что может быть? Что может быть? Ничего, может быть уровень сахара упал, может быть ручки подзабились. Хороший массажист и хороший сок свежевыжатый. Даст вам точно сил. Так, бывали у меня девушка, то у меня, в общем, жена есть. Зачем же мне девушка? Что ж вы меня так палите? Так, нужны ли быца при наборе? Однозначно. Кардио от Джиллиан Майклс подойдет? Сбрось вес с курьими таболинами. Что это такое? Хрен пойми. Чем вы занимаетесь? Чем я занимаюсь? Я занимаюсь всем понемножечку. Так, хочешь ли ты быть девушкой?
Не, зачем? Я хочу быть мальчиком, но очень-очень такой странненький. Где моя красота, она просто спрятана так глубоко, что людям поверхностным ее не увидеть. Посему поэтому это ответ для вас. Так, посещаю лекостоправа, да, посещаю и остеопата, и посещаю тайский массаж. С Масюлькой ходим раз в неделю, делаем тайский массажик. Как жена относится к твоему внешнему виду, а вы как думаете, как она относится к моему внешнему виду? Ей все нравится. Надо только докорректировать мою татуировочку, мой перманентик. И чем-нибудь еще поделать интересное с губками. Губки накачаны? Нет, они у меня такие уже очень давно. Улыбнулся, очень нравится моя улыбка. Чиз. Как убрать живот, если нельзя заниматься активно спортом из-за суставов? Ну, спортом, может быть, заниматься нельзя, но ходить-то точно можно. Надо понять, какие суставы не в порядке. Потому что где-то можно применять велотренажер, который достаточно этично и нормально относится к особым поврежденным суставам. Где-то, возможно, наоборот, нужна дорожка, на которой можно ходить, потому что она нейтрализует лишние удары. Вот, а где-то можно использовать просто определенную группу тренажеров, которые пускать по круговой на протяжении 30-40 минут, собственно, будет все неплохо. Так, зачем крашу глаза, они не накрашены. Баночная терапия относится отрицательно, потому что у меня кровоподтеки от татуировки – это не самый лучший вариант. Так, артроз в ключичном соединении, приговор для жима вполне возможно. А что вы так нацелились на жим? Жим – это не база, точнее, ну как, это база для, может быть, пауэрлифтеров, но это не база для хорошего телосложения. То есть без жима можно жить совершенно спокойно, так что не расстраиваться. Чем занята Мася? Чем занята Мася? Чем-то Мася занята? Разруливанием с разными клиентами, с разных ситуаций. Вот, наверное, чем-то таким. Нет ли желания воткнуться такими зубами в шею кому-нибудь? Если только в сиську. Так, знаю ли я Валерию Лукьянову? Нет, не знаю. Хочешь ли себе тоннели? Нет, тоннели не хочу. Я хочу сережки с брюликами побольше. Шпак, салам. И вам салам. Много ли одну неделю на много во вторку, а другую силовую? Да, на самом деле нужно просто чередовать более интуитивно. То есть, если вы чувствуете, что сегодня у вас нет желания отпахивать на количество, делайте больше объема или силовую. Если чувствуете, что не хотите залезать на веса, делайте так, как вам удобно. Кроссовер эффективен при слабых грудных? Да, кроссовер, пуловер, многоповторочка на разводочку. Соответственно, да, идет свой определенный ток, дает. Так, зубки покажи. Да что ж вам все мои зубки-то нравятся? Так, ты крутой, спасибо. После родов ни живота не уходит, начал заниматься, стало плохо. Что может быть, если проблемы кишечник? Да, вариантов может быть целая куча. С животом на самом деле все равно и после родов почему-то врачи об этом мало говорят. Неплохо бы носить утягивающее белье, корсет, он поможет вам достаточно эффективно поддержать ослабшие мышцы. Мышцы живота надо качать, чтобы они, соответственно, начинали принимать эту форму уже и без корсета. И так месяца на 3-4. И, собственно, будет все неплохо. Если у меня дети, нет, и не будет. Как отдохнули, хорошо. Зачем самцу кенгуру сумка? Ну, при раздаче, собственно, один биологический вид, раз и выдали. У нас же тоже соски есть. Нахрен нам соски, если мы, типа, детей не кормим. На тураху сколько повторов делать на массу? Да сколько? 8-10. Привет, любимый. Так, что это было? Так, Юлия Винц, отношение к женщинам-бодибилдерам. Я отношусь к тому, что и мужчины, и женщины могут делать то, что хотят. Мужчины занимаются балетом, девушки занимаются боксом. Главное, чтобы людям нравилось то, что они делают. По-моему, это самое ценное. Так, Маська может заревновать. Ну, соответственно, будем иметь в виду, что, наверное, вы имеете в виду любовь к моему творчеству. Тогда, в общем, это будет неплохо. Кстати, сегодня сердечек почему-то не так много идет. Где мои 3 миллиона? Шпак, уважаешь ли ты вольную борьбу? Да, я был в сборной по вольной борьбе в институте. Она мне, собственно, очень нравилась. Как отправилась в годовщину? Праздновали годовщину мы шикарно. Праздновали даже целый второй день. На второй день уже было так себе. Щетина – это новый образ? Нет, щетина – это потому, что у нас, по-моему, забили фильтр горячей воды, а холодный я не хочу мыться. Так, день добрый. Спасибо. Может БЦА испортить желудок? Вопрос с тех добавках, которые есть в БЦА. Если БЦА чистый, без ничего, то, в общем, ничего не будет. После родов не могу убрать самаху, да, если сидеть так. Но это больше, наверное, похоже на консультацию, потому что здесь на самом деле нужно понимать, что
происходит. То есть это больше связано с тем, что так вот мышцы себя повели, либо есть какое-то определенное отклонение, которое произошло дальше к родам. Либо вы не носили корсет, соответственно, мышцы теперь себя ведут так. Что с метаболизмом случилось, кормите ли вы. Да целая куча вариантов есть, которые там может быть. Так, заметь меня, я уже прочитал и заметил ни одно ваше сообщение, честное слово. После занятия поднялась температура. Из-за чего? Да после занятия температура поднимается достаточно у многих. Это просто реакция на стресс, на сильный стресс. У меня, допустим, после длительной татуировки поднимается температура. А если тренировка более 2,5 часов, и тоже сложная, тоже поднимается температура. Так что, собственно, такая фигня бывает. Кем вы работаете? Фитнес-тренером. А как его убрать, если я сама худая? Как его убрать? Ну, для начала надо правильно сформировать диету, ну, а дальше начать двигаться. Опять же, надо посмотреть, какие вы нагрузки вообще даете. Если вы хотите убрать живот без нагрузок, ну, это достаточно маловероятно, потому что ведь он уже появился у вас. Как набрать массу? Просто питаться и больше двигаться. Так, мальчики, девочки, еще 3 минутки, задаем вопросы более активно, ставим мне больше сердечек, и я побегу на работу. С чего начать химичить, если всегда был натуралом? По поводу анаболических стероидов я не консультирую. Саша, после полугодового курса расстройства живота, жидкий стол больше... Что это? Печень? Да что угодно. Это может быть печень, это может быть нехватка пищеварительных ферментов или изменение кислотности желудка, или нужны бифидобактерии. Соответственно, как минимум начать с бактерий и понять, что у вас с кислотностью желудка. В общем, и все. Так, топ-3 спорт питания. Топ-3 спорт питания, не знаю. По-моему, всегда это было одно и то же. Это были БЦА, протеинчик и, соответственно, гейнер. Вот 3 вещи. Вопрос, для какой цели? Для набора, для похудания, девушка вы или мальчик и тому подобное. Так, банку я не покажу. Мила Мегамедова, ау, я уже давно писал. Привет. Гейнер вреден на массонаборе. Гейнер на массонаборе, смотря какой гейнер. Так. Стоит ли сесть во время на диете? По поводу диеты все гораздо проще. Диета, когда начинается, она когда-то кончается. Раз она кончается, то эффект будет, собственно, невелик. А вот правильно питаться – это уже другой вариант. Так, почему Ира в личку не отвечает? Не знаю, это надо вопрос к Ире. Стоит ли посетить Таиланд? Конечно, Таиланд очень интересен. Найти Валерию Лукьянову в ВК, посмотреть, как у нее внешняя спортивная форма. Не очень думаю, что я буду кого-то смотреть, по причине того, что времени на это крайне мало. А когда мы поедем еще отдыхать, однозначно едем в декабре. Еще решаем, куда едем. Сколько пью жидкости? То же самое, как и с едой. По желанию, но на самом деле не так и много. Наверное, порядка 2,5-3 литров в день. Можно ли бокал вина в день тренировок? Можно. Мы с Масей раза 3 в неделю вино пьем. В среднем где-то, наверное, граммов по 150-200. Как накачать шею? Ну, если начнете качать, то, по-моему, лучший борцовский мост. Так. Все. Мальчики, девочки. Я пошел тренироваться. Всем спасибо, кто писал хорошие добрые слова. Всем спасибо за интересные вопросы. Хейтеры, вы продолжаете меня смотреть. Давайте рекламируйте меня дальше. Пишите, какой я плохой, какой я нехороший. И показывайте меня своим друзьям. Возможно, они тоже начнут меня смотреть и станут шпакалюбами. Все, всем до встречи. Пока. О, теперь пошла целая процедура по остановке перископа. Зачем мне был такой дорогой хороший телефон, если он ни хрена не работает?